Немного о черном чесноке. Что такое черный чеснок? Это когда чеснок в результате ферментации, то есть длительной термической обработки при смене режима влажности и температуры, становится черным и приобретает уникальный сладковатый вкус. Это не особый сорт чеснока, это просто уже такой вот обработанный чеснок. Почему он нам нужен? Значит, происходит преобразование аминокислот, исчезает соединение, обжигающее желудочно-кишечный тракт. То есть многие же не могут кушать чеснок, потому что это же невозможно. Также и неприятный запах существует. Вот. А чеснок, в принципе, нам нужен нашему организму. Да. Поэтому вот чеснок вот таким образом обрабатывают. Он ферментирует, он превращается в черный чеснок. Это уже мощный антиоксидант. Для чего он нам нужен? Для профилактики атеросклероза сосудов, каких-то сосудистых нарушений, для профилактики инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, инсультов. Также он обладает противовирусным действием, то есть очень хорошо для профилактики острых респираторных вирусных заболеваний. И есть такое еще вещество, которое тоже образуется в процессе ферментации, алилцистеин. Так вот, доказано, что он снижает риск онкологических заболеваний и способствует сохранению когнитивных функций мозга, что очень, мне кажется, важно. Так что вот такая маленькая вам вкратце информация.